Неважно. Следовало бы вам помочь, так что... Похоже, тебе ничего не нужно. Ну хватит вам! Молчание уже давит на нервы. Не мешай нам настраиваться.
Почти на месте. Наконец-то. Ну, такое вообще никто не должен видеть. Спасибо. Мальчик, руну. По ней вырежи. Ого! Йотунхейм! Вот и он! Он прекрасен, да? Помню однажды... Брат, берегись! Что, скучал? Беги, сын, за врата! Нет! Я тоже бог! Я справлюсь! Пусти его! Серьезно? Бальдер, отпусти их! Возьми меня! Я сделаю зомби! Все это время я думал, что мне нужен ты! Но ты просто мясо! А мозгом оказался мальчишка! Нет! Ты сломал врата! Как попасть в Йотунхейм? Ах ты тупой ублюдок! Уходи отсюда, сын. Да, разумеется, малыш, беги прочь. Пусть твой папочка сам как-нибудь разбирается. Пусти! Успокойся! К этому ты не готов. Я готов! Сын. Трума! А я-то думал, что у меня семья хреновая. Твой отец прав. Как-то ты, ну, совсем не готов. Короче, будь так добр, подержи это для меня. Спасибо. Атрей! Никогда не сдаешься! Стой! Нет! Хорош! Моего сына! Yeah!
тут мост открывает? Эй, я задал вопрос. Ты опоздал! Дело сделано! Когда этот мост откроется, вся мощь Асгарда сразу обрушится на тебя! Все кончено! Да ну! Пусть так! Бартер! Нет! Послушай меня! Я помогу! Ну-ка, отступись, или я убью его! Ты ведь меня знаешь! Что ты наделал? Сын! Я тут! Не двигайся! Сейчас ты будешь слушать, не говоря ни слова. Я твой отец. А ты, мальчик, явно не в себе. Ты слишком горячишься. Ты безрассудный и непокорный. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого. Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно. Не думай, что разговор окончен. Мы здесь из-за тебя, сын. Помни об этом. Холодно. Это Хель? Не просто Хель. Это худшее место в Хеле. Вижу корабль. Сядем на него. Он проделает лишь половину пути до храма Тюра, но зато хоть отсюда уберемся. Много тысячелетий хранитель моста не пускал сюда смертных. Но ты вырвал у него сердце, и вот мы здесь. Надо же, как все повернулось. Это был я. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Отвернись, сын. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Это
был не я. Я бы так не сделал. Тебе нельзя об этом думать. Не здесь. Да. Надо идти дальше. Да. Хельхейм попадают не только больные и старые, но и преступники. Хелю нет разницы между нами и теми, кого должны терзать эти видения. Как бороться? Покинуть Хель. Чем скорее, тем лучше. Я не стану брать это в голову. Мимир прав. Это иллюзии. Это был не я. Это тот, кем ты станешь. Слушай, я знаю, что мы тут из-за меня. Но я нас вытащу. Честно. Это я нас вытащу, а ты будешь слушаться. По правде, я не такой. Надеюсь. Теперь не мешай. Не хочу торопить, но быстрее нельзя. Дай подумать. Бальдер. Я бы никогда спрячься. Не согласился. Слушай. Ты не имела права. Я имела право. Я твоя мать. Ты не имела права, ведьма. Нет вкуса. Нет запаха. Я даже не чувствую, жарко здесь или холодно. Пиры... Выпивка, женщины, все исчезло. Но ведь теперь ты никогда не почувствуешь боли. Сама смерть над тобой более не властна. Предпочел бы умереть? Чем лишиться всех чувств? Да. Да. Я бы лучше умер. Да. Верни мне все, мать. Не могу. Верни мне все. Это уже невозможно, сын. Поверь мне, однажды ты все поймешь. Ты все поймешь. Давай. Нет. Да. Не пойму. Давай. Давай. Ты мне жизнь погубила. Милый, мы можем это обсудить. Послушай, поверь мне, я знаю, нет. Когда... Нет. Давай! Сын. Ты трус. Я больше.
Больше не хочу тебя видеть. Что ты со мной сделала? Что ты со мной сделала? Жалкий трус. Какой же я трус? Фрея, его мать. Почему ты молчал, голова? Ты не поверишь, я забыл. Не поверю. Сам не знаю, как так вышло. К чему мне утаивать от вас подобное? Мы пришли. Но имей в виду, разговор не закончен. Не уверен, что на нем можно плыть. Пойдет. Что? Не мешайся. Сделал. Но помни,
Корабль одолеет лишь часть пути. Храм Тюра находится наверху колоссального водопада, а мы, увы, внизу. То есть, если даже мы доберемся туда в целости, нам нужно как-то подняться вверх по водопаду. Ваны построили великий корабль, и он мог летать. Скидбладнир? Да. Потому что он был так задуман, а этот не был. Другого корабля у нас нет, так что пойдем и это. Наткнулись на самый большой айсберг, какой я видел. Ну, огонь хотя бы греет. А теперь... Что теперь? Ты спустил паруса, но они должны ловить ветер. Мы летим! Это жар от огня! Мы вправду летим! Надолго. Ты жди здесь. Ого, и сделал огромный небесный фонарик. Есть разговор, брат. Ты же понимаешь, что все кончено? Даже если мы вернемся в Мидгард, вы с Бальдером разрушили единственные врата в Йотунхейм. У нас нет вариантов. А уж мальчишка — просто головная боль. Он такого возомнил о себе, что... Отрей, не твоя забота. Он станет заботой всех миров, если ты ничего не сделаешь. И не нужно большого ума, чтобы это понять. Атрей. Помочь? Давай вместе. Получилось! Мы свободны! Мы отсюда выберемся!
Сразись со мной и покончим с этим. Да, сын мой, пора. Нет. Снова этот голос. Ты знаешь, кто это? Я не знаю. Айсберг по левому борту! Держись! Голова, сколько нам еще до храма? Да, а то холодно. Если сохраним скорость и огни не погаснут, скоро мы будем на месте.
Мимир, почему огонь не гаснет? Ты в магию веришь? Или клинки? Гарпун. Отец, не заходи на нос, он отломится. Но нужно вытащить гарпун. Час пробил, сын мой. Посмотри, что ты натворил.
Скорее, надо уходить! Ты видел? Времени нет, смотри! Это твоя мысль? Вы оба чокнутые! Мы покидаем этот мир. Сейчас же! Главное не рухнуть обратно. По абсолютному отсутствию вкуса. Смотри! Пропавшая история Тюра! Наверное, Один украл. Зачем? У него всегда свои причины. Можно взглянуть? Надо же! А вот это неожиданно. Почему? Что это значит? Понятия не имею. Правда неожиданно? Голова. Значит так, очевидно, это Тюр. Он путешествует как-то волшебно. Но при чем тут великаны и почему они посвятили этому алтарь? Увы, это совсем не очевидно. А что это за руны в углах? Не руны, символы из других стран. Они значат... Войну. Да. Откуда ты? Этот мне хорошо знаком. А. Его глаза — самоцветы. Как у тебя? Это символизирует дар видения, который мы получили от великанов. Поднеси-ка поближе. Любопытно. Это очень любопытно. Что это? Тайные схемы, спрятанные Тюром так, чтобы прочел лишь он. И те, кому доверяли великаны. Прямо под носом у Одина. Я же обещал вас доставить в Йотунхейм. Как это понимать? Ты сказал, пути больше нет. Не понимаешь, брат? Один не утратил надежду, и нам не следует. Он знал, что тут есть подсказка, но ее нашли мы. И это схема ключа от какой-то тайной комнаты Тюра. Я не знаю, куда она ведет и что там, но это путь. И как нам сделать ключ? Вот это спроси у гнома. Символ на двери храма — это переплетение нескольких рун. Мир, единство... Надежда и много еще чего. Работа Тюра. Он сам сделал эту дверь. Сын. То, что ты там увидел... Я ничего не видел. Ты что, не видел его? Старика? Какого? Может, пойдем? Да. Идем. Вернемся в Мидгард и попробуем изготовить ключ. Где там этот гном?
сказал, что Бальдер сын Фрей. Ну да! Я как слышу, каждый раз удивляюсь. А я ведь точно знаю это. Но когда думаю о Бальдре и Фрейе, я... Мимир? Что? Фрейя. Невероятно. Голова. Назови слабое место Бальдра. Бальдр невосприимчив к любым атакам. Физическим и магическим. Стой, что происходит? Какие-то чары не дают ему говорить. Да? Ну да, вот в чем дело. И когда же она это сделала? Когда к ней попала моя голова? Или когда я догадался об уязвимости Бальдра? Мимир! Да-да? Ты знаешь слабое место Бальдра? Разве? Но Бальдр невосприимчив к любым атакам. Физическим и магическим. Сделаешь. А это оружие? Броня? Или другой какой инструмент войны, по которым я, безусловно, мастер? Нет? Тогда забудь. Даже если бы я хотел сделать подобную безделицу, то просто-напросто угробил бы инструменты, работая над такой дамской вещицей. А если обшить? Заварить с капом по контуру. Слои тонкие. По одному их класть. Ну хорошо, умник. И где ты мне прикажешь нынче взять кусок хорошего скапа? В последний раз я видел скап, еще когда у меня шишка торчком стояла. Да иди ты. Это что? А где ты его? Мне пришлось замарать руки. Ну так не стой столбом! За работу! Что? Ты готов работать над чем-то, кроме оружия? А почему бы и нет? Что? Я расту над собой. Тут надо обухом. Давай, расслабь кисть. Сам давай расслабь кисть. И мне нужно больше жара. Сейчас поддам. Ты будешь еще закалять сталь? Это не нужно. Я уже трижды закалил ее в жире Траугра. Видал? О, как находчиво. И чистенько. Какой же ты башковитый. Учиться никогда не поздно. Правда? Никогда. Вот и он. Стой! Чуть не забыли. Хватит уже лыбиться. Ты меня прямо нервируешь. Да я просто рад, что вы поладили. Но у вас клеймо теперь другое. Ну, так бывает, когда чинишь то, что сломалось. Я знал. Вы любите друг друга. Да заткнись уже, малявка. Не то я сейчас тут разрыдаюсь. Новое клеймо лучше. Правда? Нет времени болтать. Пожаловал. Говорил я, ничего с ним не сделается. Теперь надо понять, какую дверь открывает ключ. Наверняка это где-то в храме.